Арестованный по обвинению в педофилии Сергей Коновалов прожил в СИЗО лишь сутки. В следственном изоляторе номер один Кресты скончался Коновалов Сергей, 83-го года рождения, обвиняемый по статье 132, части 3 и 4. Констатировал дежурный врач, что у него острая сердечная недостаточность. Вот это и является причиной смерти – остановка сердца. Имя Сергея Коновалова впервые появилось в прессе в связи с другим уголовным делом. О гибели прохожего, которого убило колесо, сброшенное подростками с высотки. Хулиганов тогда быстро нашли. Один из центральных каналов даже подготовил целую передачу о молодых преступниках. Защищал подростков на телевидении как раз их друг, как он представился, Сергей Коновалов. Именно тяга к публичным выступлениям его и подвела. После выхода передачи в эфир петербургские силовики навели справки о Коновалове, и выяснилось, что о дружбе у него были далеко не самые традиционные представления. Он подозревался в том, что в период с января 2009 года по ноябрь 2010 года у себя по месту жительства в одном из домов, расположенных на Тихорецком проспекте, совершил неоднократные действия сексуального характера в отношении двух 15-летних подростков. Всего в деле было 7 доказанных эпизодов педофилии, еще по нескольким велась проверка. Теперь проверка ведется уже по факту смерти самого Коновалова. Пока в Следственном комитете версию о расправе исключают. 3 января в 17 часов 25 минут была констатирована его смерть в одиночной камере номер 630. По результатам осмотра каких-либо телесных повреждений, указывающих на криминальный характер смерти, не имеется. Эксперты пока подтверждают диагноз острой сердечной недостаточности. Говорят, такое случается и в 27 лет. Именно столько было Коновалову. Вячеслав Рыбаков, Юрий Баранюк, Роман Великосельский, Вести, Петербург.